Нифига подобно. Что ты рядом хочешь? Что у тебя там? А почему ты? Давай, ты давай, я хоть. На мой, давай. Зайди на мой. Не буду я заходить на то. У меня свой. В смысле, давай вместе вести. Как ну так? Поделись подписчиками. Как? Легко. Алло. Ко мне на эфир. А как можешь зайти? А как я зайду тебе на эфир? Господи, а 30 лет. А нет, не, не надо, не надо, не надо ко мне заходить. Да, все. Ой, я. Ну, ладно, давай зайдем. Всем привет. Подожди, а что у меня? А что я в наушниках? А что я в наушниках, а ничего не происходит? Макс, ну заверши. Не, зачем буду заворачивать? Ну, в смысле, у меня 26, у меня больше. Ну, а давай ты просто туда зайди ко мне и все. Нет. Что? Чего нет? Ну, и как хочешь. Так, всем привет, как дела? С вами ночная рубрика. Уже привычка такая. Так, привет. Я ничего не пропустил, вопросов не было никаких. Все. Так, народ, кто смотрел сегодня эфиры? Кто у нас прошаренный? Я как раз смотрю приход к тебе. Слушай, ой, не надо приход смотреть. На самом деле я так тупанул. Народ, я так на приходе тупанул. Во-первых, это был мой первый приход, чтобы вы понимали. Дайте немножко оправдаться. Это был первый приход. И девочка, которая там была, она вообще как бы мне не понравилась на самом деле. Но я постарался быть вежливым и говорил, да, она классная, да, она мне понравилась, все дела. Но на тот момент она мне не понравилась, потому что, ну, просто макияж, может, был не тот. Потому что сейчас, как бы, я вижу Аню, она нормальная. Вот. А на приходе она не понравилась, и я заклинила. Меня заклинило, я постоянно говорил, о, она красивая, такая красивая. А, ну, короче, заклинил. Вот, так что, если видите, что я там крачу, и, ну, что ж поделать. Ну, всякое бывает. Привет из Тулы, привет. Так, ночная рубрика, ты что там буксуешь на Захара? Ну, было дело. О, привет, сестрен. Посмотрите, я смотрела. Так, приветик, привет. С Рождеством. А, точно. Как... Всех с Рождеством, ребят. Вообще, прям, от души желаю вам. Все-таки Рождество, на самом деле, такой прям семейный праздник. Что-то в нем магическое такое, доброе, прям невероятное. Поэтому с Рождеством вас всех. Берегите семью, близких своих, ну и любовь, если она у вас есть. Так, как тебе новенькая Яна? Яна? Яна очень яркий персонаж. Все ребята от нее в восторге. Я, правда, не знал, какие она вещи творила в теле-тете. Захар, я только недавно об этом узнал, поэтому Яна вообще очень интересная. Так, Сахар, Сахарка угомонился. Да, все нормально. Все тихо, все спокойно, все хорошо. Здорово, здорово, Димон. Тебя как туда занесло, Максон? О, это все звезды. Звезды сошлись. Так, она осталась? Кто она? Привет из Рязань, привет. С кем ты сейчас? Я пока, как сказать, ну, стараюсь строить отношения, смотрите эфиры, вы увидите, с кем я, что я, как я. Говорить я не буду, поэтому смотрите, что будет дальше. Так. Разобрались там с Сахарком. Ну, перестаньте, ну и что вы, мы тут все в одной как бы коллективе. Просто на тот момент, ну... Да, мы друг друга не поняли. Прям. Ну, все, нормально. Так, помахать. Привет, человек. Так, дальше. Максим, приветуль. Приветули. С Ариной у вас серьезно, я заберу тебя у нее. С чего вы взяли, что я с Ариной? Ну, какие вы? С чего вы это взяли? Кто там? Кто вам такое сказал? Привет из Киева. Киев, привет. Привет, Киев. Круто, что у нас такие интересные подписчики. У нас тут Киев, Москва, еще там ребята откуда-то были. Класс. Глеб. Глеб, сука, ты где? Глеб, тварь. Глеб, вы видели, что Глеб пишет мне? Смотрите, вот это Гео, он же... Глеб, топ, Макс, фу. Так ты, мразь, ты где? Глеб, сука, ты где? Ах ты, сука. А, блин.
Сейчас пингвин, конечно, сейчас зайдет, как обычно, и будет палить моих этих подписчиков, чтобы написать, что пингвин в топе. Так. Так, дальше. Так, Максим, давай жги, ты молодец, смотрю Дом 2 только из-за тебя, земляк. О, ладно, окей, супер, спасибо большое. Так, поехали дальше, кто тут посмотреть, кто-то хочет. Кристин хочет выйти в... А так можно? А я не могу, по-моему, я не могу. Слушайте, я, короче, не могу заходить с эфирами, объединять эфиры не с участниками. То есть я бы, может быть, и зашел бы, пообщался. Привет, Кристин. Но не могу. Нам запрещено это делать. Как выяснилось. То есть раньше я этого не знал. То есть если кто-то захочет пообщаться, то я могу пообщаться лично, индивидуально. Но не в прямом эфире в собственном. Так, дальше. Макс, позвони нам. Мелкий, тебе-то и дело. Машет, глядя на тебя. Назар, у меня... Так, для тех, кто не знает... У меня у сестры есть двое сыновей, Назар и Демид. И вот сейчас сестра пишет, что маленький Назар, когда видит меня в телевизоре, машет мне рукой. Охренеть, как мило, вы не представляете, просто. Аж мурашки по коже. Соскучился пипец. С праздником. Еще раз всех с праздником. Кто присоединился недавно, ребят, всех с праздником. Рождество, офигенно крутой праздник. Так, Аня пришла под другой фамилией. Матько раньше была со многими. Ну, как пришла, так пришла. Так, Аня, тебя выводят на чистую воду. Сейчас я приду, тебя разнесу нахрен. Так, сегодня у вас тоже был приход в настоящее время. Да, сегодня, да, был приход у нас. Все правильно. Как Рождество прошло? Да мы тут тусуемся у нас, как Рождество. Едим, пьем. Как нас называют? Хомяками, да? И внешность, и поступки мужика молодец. Это все лысина. Это все тестостерон, блин. Это все воспитание. Спасибо моей маме. Замутил с этой блондинкой вроде один. Да хрен его знает. Воруем подписчика. Левый, сука. Ребят, все советую, девчонки, кто любит и ценит хороших ребят, советую вам обратить внимание на Глеба. Очень хороший. Записан в инстаграме g.one.s. как доллар, и аж, вот, все обращайтесь к Глебу, очень хороший парень. Так, дальше, салам из Чечни, салам, Чечня, привет из Греции, Греция, привет, нифига, как у нас, и откуда у нас еще здесь подписчики, а из каких стран? Так, что за харом не поделили, драка была в итоге? Нет, драки не было, не поделили, ну, посмотрите и поймете, там в принципе все понятно. Там у нас диалог длинный, там вышел, поэтому. Да ладно, не защищай. Ну так, ладно. Я просто. Ну, что сейчас я буду тут, да, перед вами что-то говорить? Ну, вы все видели, у вас есть свое мнение, поэтому я думаю, вы с этим разберетесь. Так, дальше. Привет, Энж. Беги в страхе. Где эта собака? Где этот засранец? Так, я вам сейчас покажу. У нас тут поляна, океан. Так, что вам еще показать? Могу присак показать свой. Банку. Да ладно, вам это не интересно. Так, дальше. Что-то у нас. Блин, я так далеко, что не вижу. Пингвинов в топе. Пингвинов отстой. Так, дальше погнали. Привет. А как зовут бывшую жену? Че? Вы что, ребят, зачем вам эта информация? Это... Так. Привет, улица Волгоград, привет. Тебе пришла Анна, да, ко мне пришла? Блин, не могу, слишком далеко телефон. Африкант у вас Мамани объединяет эфир, так. А, ну Африкант у вас Мамани объединяет эфир, но это же Мамани. Мамани это практически участник. Так, да ладно, очень даже хорошо. Ты его понял, молодцы вы с Глебом порадовали, что не нагнулись. Ты че, у нас тут характеры такие, блин, нахрен нагнешься. На самом деле даже не знаю, что будет с нами дальше, потому что уж больно, ну не знаю, что со мной будет дальше, да, в принципе, на проекте, потому что уж больно я непрогибаемый чел. Уж четко я знаю, чего хочу и чего не хочу.
ты клёвый, уходи из дома 2. Жить вместе будем. Как хорошо, Настя. Как хорошо, пиши адрес, я выезжаю. Макс, ты счастлив? Да вы чё? Зачем вы? Куда вы копаете? Ну так, всем привет. Машу. Сейчас я вам кого-то вам показать. Я вам показал кого-нибудь. А, слушайте, ребята, напишите, кого вам показать, и я вам сейчас покажу. Если хотите. Вон, миллион могу показать. Аня, тебе не пара. Миллион не утопили там еще. Она... Миллиону нет, еще никто не утопил. Смотрите эфиры. Возможно, что-то и произойдет. Так. Кто тут мне сердце ставит? Кто это мне тут сердечко ставит? Забавный ты. Молодцы, что спортом занимаетесь. Капа гоняет всех, молоток. Капа молодец. Капа советы дает, помогает. Расскажи про бывшего. Ты кто? Это... Что за фигня? Нафига вам это надо? Так, Аня была на проекте уже. Сибаром загули. Так, да, Аня уже была на проекте. Так, сейчас я вам покажу Глеба. Глеб, давай скорее тебя покажу, затроллю сейчас. Затроллю? Всем привет. Наш голливудский актер, ё-моё. Зубы белые, волосы светлые. Похож на, не знаю, на кого. На актера, на голливудского похож. Сейчас я... Аня, у тебя, говорят, у тебя фамилия раньше была... Ты уже... Как, уже сегодня эфир был? Ау. Я, блядь, на острове нет, дурак. Да? Разве? Арин, я тебя спрашиваю. Так, ладно, поехали дальше. Что тут? Аня Брянск уже была на проекте. Была. Анна Малько. Моя с ней нажилась еще. Лучший человек. Добрый. Умный. Я даже его копирую уже. Понимаете, даже жестикулирую специально. Сижу в бунгало и думаю, как разговаривает Валера. Потому что Валера очень интересно, очень грамотно и всегда говорит четко и хлестко. Да, особенно последнее пару мнений по поводу вашей темы, когда сказал, что мне нечего сказать. Да. И это как бывает. Ты запрос отправил? Отправь еще раз, я не видел. Слушай, а зачем ты мне будешь здесь в запросе? Сейчас мы будем с тобой тупить, обсуждать друг друга. Давайте я просто покажу в эфире. Смотрите, это очаровательная девочка. Ее зовут Арина Утман. Подписывайтесь на нее. Так, погнали дальше. Так, так, Глеб. Так, Глеб мерзко клеился к Юле. Слушайте, а я не видел. Вроде все хорошо. Может быть, там что-то, да как-то в отношениях. Ты в отношениях сейчас? А я не скажу. Может быть, да, может быть, нет. Ну, как-то я так. Так. С коротком еще был. Слушайте, вы мне сейчас про Аню всю подноготную рассказываете. Это типа предупреждаете, да? Какие у меня заботливые подписчики, переживают, что я сделаю что-то не так. Так, вы мне скажите, кого вам показать сейчас. Может, мало ли, я вам не интересен, и вы сейчас хотите увидеть. А вон Маришу. Мариша сидит. А я сейчас вам Маришу покажу, африканцу. Салют, с Рязани. Рязань, привет, да-да-да, с коротком тоже была. Чумачащая парнишка, главное. Мариш, ты можешь помахать? Я сейчас подойду к тебе, окей? Давай. Не очень отвлекаю. Так, сейчас я вам покажу Маришу. Так. Привет, ребята. С Рождеством у вас. Да, тут все с Рождеством, оказывается, я даже забыл про этот праздник, представляешь? Мариш, как всегда, на спорте, представляете? Днем и ночью бегает, тренируется, держит себя в форме. Это совет всем девочкам. Не ленитесь, занимайтесь, держите себя в форме. Мариша очень красивая. Так, а, вот. Зах, сегодня показывает этот как раз эфир, где мы там что-то наезжаем, и люди переживают, что у нас с тобой конфликт. Да, ну, нет, конечно. Все хорошо. Это жизнь такая. Так что все, не переживайте. Все нормально, все супер. Так. Сейшка, покажи. Сейшек вон спит на нашей тренажерке. Ему вообще ничего не надо. Друг мой, ну как ты там, твои дела. Привет, Сюш, все хорошо. Все супер. Капа. Чего? Капа турок? Нет, вроде бы, я не знаю, я не спрашивал Капу. А, блин, Капа чем-то занят сейчас. Не буду сейчас его отвлекать, Капа чем-то занят. Он там что-то собирает. Какую девушку ты ожидаешь увидеть рядом с собой? Мне не хватило только преданности. Поехали дальше.
Мой хороший Валерка, да, Валерка крутой. Валера как герой. Все круто. У них все супер. Вообще, прям смотришь и радуешься, ребят. Так, кто хотел слежка, сейчас увидите, чем эта собака занимается. Вот. Все, конец. И за это ему платят зарплату. Очнулся. Очнулся, гаденыш. Крутой пес вообще, не знаю, как он это делает. Город Елец. Да, знаю город Елец. Я даже там работал, когда был представителем там, не буду говорить, какой организации, вот, даже в Ельце был. А Пинчук, Пинчук, все хорошо. Добавь ее. Кого? Бро, кого добавить? Так, мой брат в эфире. Серега, так, что, кого добавить? Ты лучше, спасибо большое. Макс, пусть мне что-нибудь. Слушайте, девчонки, если не сложно, я вас прошу, передайте, пожалуйста, привет Саше. Просто напиши: Саша, привет. Это мой лучший друг, ему очень уж хочется. Пожалуйста, если не сложно. Океан покажи. Океан, да там есть океан. Сейчас темно, блин, понимаете, отлив, особо видно не будет. Твой, это ты супер, спасибо большое. Сколько у вас там температуры? Да 35-40. Спасибо, что за... Да, перестаньте. Пальмы покажи, да что ж вы. Ну, давайте, немножко хватит моей рожи. Давайте покажу вам пальмы. Ну, пальмы. Так. Он достал девочек обижать. Так, погнали дальше. Ой, и тебя так, к тапочкам пошел. К топочкам пошел. Как настоящий мужчина поступил. Спасибо большое. Воспитание такое. Покажи Сэма. Сэма, Сэмюэль хотя, блин, Сэмюэль, наверное. Валер! Валер! Сэм у себя? Одетый? Ну, пойду покажу. Ну, так, ну, что, кто хотел Сэма? Так, привет, покажи. Малько, а я не могу вам показать. Завтра ты... Ой, блин, Сэм, ты тут? Да. А, все, ладно. Нет, Сэм занят, его не вариант. Макс, привет, в отношении... Да я уже отвечал на этот вопрос, не буду пока говорить. Лети на поляну, хватит там тереться. Ну нет, пока я точно, мне кажется, на поляну меня не отправят. Еще, мне кажется, долго. А там фиг узнает. Так, давайте еще немного посижу с вами и пойду. Так, Аня пришла вообще к Черкасу, к левости. Да знаю я всю эту историю уже тут перетроллили. Что у тебя на груди? Бам. А, так. Вы за кадром все хорошо общаться. На самом деле просто у нас... Блин, как сказать-то? Когда происходит конфликт, он происходит, а потом проходит время, мы его обсуждаем, может быть, это не показывают или показывают, не знаю. И, то есть, мирятся, люди приходят к какому-то общему пониманию, и негатив сходит. То есть, ты понимаешь, что, в принципе, ты живешь здесь с людьми, и дальше не стоит этот конфликт затягивать. Потому что, знаете, у нас все происходит гораздо быстрее. Здесь один день идет, наверное, за 3-4. То есть, блин, если в обычной жизни у тебя идет на этой неделе, то здесь может уйти просто один день или два. Качать, какие у тебя недостатки? Недостатков полно, не мне об этом говорить. Спасибо за шестик, пожалуйста. Перетренировался, есть у тебя увлечение? Да полно, ё-моё, я люблю фотографировать, люблю писать. Дофига, футбол, спорт вообще. Так. Чё? Так, Саш, привет. Спасибо большое, Саш. Смотри, сколько тебе пишут. Саша, привет. Саша, привет. Саша, привет. Вот, спасибо большое, девчонки. Моему другу будет очень приятно. А, какая пара тебе импонирует? Мне нравится это. А, Саша, Валера, Витя, Рома, Мариша. Ну, много пар вообще так. Саша, привет. Саша, привет. Сашуль, ты глянь. Саня, привет. Или Чуриков, так. Привет из Рязани, Рязань, привет. Так, какой размер ноги?
вы что, кто-то хочет мне ботинки подарить, что ли? У меня, смотрите, последний раз я покупал Кельвин из себе. Это можно говорить? Короче, последний раз я покупал себе обувь, и у меня было 41,5. В других магазинах у меня 42, в каких-то у меня 41. Поэтому обычный размер ноги. Что там у тебя интересного? Да у меня тут все интересно. У меня печати царя Соломона, Пентакли. Ну и всякие тут ангелы и женщины. Да, мы купаемся в океане, когда у нас прилив. Когда отлив, естественно, нет смысла, потому что и так, тут, пока дойдешь до хоть какой-то глубины, до груди, нужно очень далеко уйти. А, так, дальше. Милена перестала визжать. Найн. Так, сегодня она уже была на проекте. Да, уже была на проекте, фамилия была другая. Так, Макс. А ты откуда? Я из Рязани. Так. Чуриков или Чуриков, так, твоя улыбка супер почаще, спасибо большое, буду улыбаться чаще. С Рождеством. Он так, Ариша умница, красивая спортсменка, комсомолка, да, согласен. Так, с самого света так приедешь, всех в городе Елец. Нет, в Елец я больше не собираюсь. Почему? Так, дальше поехали. Когда приедешь в РЗН, куда пойдешь в первую очередь, кроме дома родителей? Я пойду в свой любимый бар в городе, который держит мой дружбан. Это единственное место, куда я буду ходить в своем городе бесплатно. Во все остальные места нашего заведения, нашего города, если кто-то захочет, чтобы я туда пришел, пусть платят. Фамилия у него другая. Так, Арина, здравствуйте, почему на проекте? Так, здравствуйте, в отношениях или нет, Максим, не скажу, смотрите эфиры. Носки связать, вяжите носки. Носки я люблю, передавайте. Самый лучший бар, а еще не платил. Я еще не платил, а тебе и не надо. Привет из Крыма. Крым, привет. Ир с Валерой, вы что, у них все это до детей. Дай бог, до детей они дойдут. Так, дальше. Был у вас... Так, дальше. Скажите, вы уже админы. Так что это свечка. Так, не буду я это говорить. Пиши почаще сториз. Блин, у нас телефоны, знаете, так редко, блин, приходится только сейчас сториз выкладывать, а не дают. Я бы почаще запиливал что-нибудь в сториз с удовольствием. Бар, так, как тебе Милена? Милена? Милена нормально, просто им просто нужно больше поддержки. Постоянно. Где сейчас Африка? Они сейчас с Капой на Старый Вильям. Привет от Настенки. Окей. Почему? Я знаю, что Валера очень хорошо относится к своим детям и к своему ребенку и помогает материально, причем очень хорошими деньгами, так что не надо ничего наговаривать. Спасибо, да, просто на самом деле считаю прав, что Миле нужен был больше защищать, и тогда она будет чувствовать себя более комфортно. Так, очень нравится, как ты защищаешь и успокаиваешь Милену. Я бы сказала, ну, блин, на самом деле, просто я в тот момент понимаю, они спорят с Безусом, да, по поводу одной темы. Она ему говорит одно, он ей говорит другое, а по факту нужно было просто ее защитить. Этого ей было не хватало. Вот я это увидел и подумал, что... Надо. Так бывает. Там были люди неправы. Так, ребят, ну все, наверное, что, хорош. Спасибо, что были. Пойду я уже напишу что-нибудь. Надо еще ответить в директе людям. Я не всем успеваю. Так, кому не успеваю ответить, сорян. Не обижайтесь, я правда стараюсь отвечать всем. Элементарно привет, здравствуйте, спасибо, то есть стараюсь отвечать всем. Если кому-то не ответил, то отвечу, просто подождите, там, не грустите, не обижайтесь. Мне понравилось, как ты лодку... Че, и это показали, как я лодку от него убирал? Ну, дела. Не уходи, как питание, так. Так, да, у нас еда вся готова. Иногда мы сами готовим. Все, пока большое. От души. Всем до свидания. Рад был пообщаться.